при срабатывании даже небольшого взрывного устройства. Тонкий алюминиевый корпус пассажирского А-321 практически не способен сохранить целостность. Разгерметизация самолета и разрушение фюзеляжа, что, вероятно, и произошло с лайнером Когалым Авиа во время полета над Синаем, не оставляют шансов на спасение ни пассажиров, ни экипажа. По словам итальянских разработчиков, им удалось создать устройство, которое способно предотвратить подобные трагедии в небе. Среди достоинств нашей разработки, безусловно, маленький вес, что очень важно для авиакомпаний. Им не придется сокращать количество транспортируемого багажа. Далее это мягкая форма и совсем маленький объем. Это позволяет использовать чехол в различных ситуациях. Технические характеристики сумки для защиты от взрывов позволяют применять устройство прежде всего в совершенно незащищенных на сегодняшний день самолетах с узким корпусом, а они составляют 70% от всех пассажирских лайнеров в мире. Более того, одна из вариаций устройства разработана специально для использования ее в пассажирском салоне. Если в салоне самолета уже во время полета вдруг возникает угроза, обнаружится взрывное устройство или подозрительный объект, он может быть помещен в такую текстильную сумку и закрыт в ней, а затем перемещен в хвостовую часть самолета, где и произойдет безопасный взрыв. Несмотря на достижения науки и техники, защита полетов по-прежнему не безусловна. Над разработками по снижению рисков авиационных происшествий трудятся ведущие ученые во многих странах. Но, по словам специалистов, при выборе эффективных мер в обеспечении безопасности пассажиров для авиаперевозчиков ключевую роль играет цена вопроса. Текстильная же сумка создана на основе комбинирования давно известных науке материалов и технологий. Для потенциальных производителей это шанс добиться низкой стоимости готового устройства. С 70-го года прошлого столетия в мире совершено около 1500 терактов в аэропортах и самолетах. Примерно в половине случаев террористы использовали взрывчатые вещества. К сожалению, с течением времени и их техническая база только совершенствуется. А для решения проблемы безопасности необходимо нечто большее, чем самые гениальные разработки. Ольга Новик, Анатолий Зинкевич. Наши новости. ОНТ. Италия.